Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Витоси Геймер Видосик. И мы с вами приехали на рыбалочку. Смотрите, как красиво, туманчик тут. Лопушки. Должна быть рыбка. Да, у нас должна быть рыба. Сейчас мы... Так, поменяем. Так, у нас сейчас насадка, это червь. Червь, насадка, длина поводка. Длина поводка можем сделать... Давайте типа, сделаем 19-18 сантиметров. Посмотрим, сейчас мы с вами отрегулируем, закинем. Так, закидываем. Смотрим, длина поводка у нас на данный момент 19 сантиметров. Сделали подальше, чтобы рыбка как бы не боялась. Ну, посмотрим, что из этого будет, что из этого получится. Опа, клевочка, смотрите, и не так долго мы ждали, было маленько шевельнул поплавочек у нас кто-то, не знаю кто. И еще раз, например, наживка у нас червь. Так, навозный червь, все рыбаки знают это. Наверное, самая лучшая наживка. Так, ну пока смотрите, не очень хочет он называться. Странновато. Так, ждем поклевочки, пока не получается. Давайте, ладно, достанем, попробуем перекинуть, ребята, попробуем перекинуть вот в эти лопухи. Тут есть такие, поближе подойдем. О, поближе подошли мы. Ох ты, хорошо, вот так, и закинь, попробуем. Я думаю, что здесь просто идеальное место для рыбки, да? Смотри, лопушки с двух сторон. И кто-то да должен отозваться на 100%. О, поклевочка, смотрите. Это не поклевочка, но шевельнул кто-то поплавочек. Оп, еще раз, смотрите. Еще раз приподнял. Видите, вот в правом углу вы можете наблюдать за поплавочком, что с ним происходит. Вот. Можем поближе отойти, подойти. Оп, еще раз кто-то шевельнул, смотрите. Походу, наш червячок кому-то приглянулся. Ну, не ахтя, конечно. Клюет. Видно, еще не начался жор. Ну, мы будем ждать. Будем терпеть. То рыбалка такая штука. Иногда ты приезжаешь и только успеваешь закидывать, да, удочку и наживлять червячков, хлебушек, любую наживочку. А иногда вот приходится ждать, высиживать. Оп, шевельнул. Опять высиживает свою, как говорится, добычу. Вот, ждем. Вроде такое место красивое. Оп, еще разочек. Давайте. Мои рыбки дорогие, идите сюда. Сейчас. Так. Давайте, пока глухо. Маленько подразним его, смотрите, вот так вот. Опа. Опа. Во. Подразнили чуть-чуть мы. Подмотаем леску.
для подсечки. Ждем, ждем. Ребята, ждем. Так. Ну, как-то смотрите вообще. Опа! Дернул, сразу отозвалось, видели? Оп, еще раз. Вот, видели? Кто-то шевелит. Наш поплавочек. Ждем, 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 ребята. Какая природа, да? Оп, еще разочек. Кузнечики поют, птички поют. Туман. Красота. Оп, еще раз. Ну, кто-то не хотя. Смотрите, что-то не нравится им, ну. Мы, может, поменяем наживочку. Как мы думаем? Я думаю, что надо нам, ребята, поменять наживку. Или давайте попробуем поменять длину поводка. Поставим 10. Давайте длину поводка 10 посмотрим. Еще раз закинем и посмотрим, что из этого у нас получится. А потом поменяем вот на 16. Попробуем. Каких удлиним поводочек. Потому что как-то не хочет отзываться, смотрите. Совсем. А если вообще глухо будет, да, то поменяем с вами локацию. Я думаю, что перейдем, может, с другого берега. Или как... Оп, смотрите. Шевельнул, шевельнул кто-то. Шевельнул. Но тоже так же. Не хотя. Ждем еще. Чуть-чуть. Ждем, ждем, ждем. Еще там кто-то пытается. Вот рыбка плещется, видите? Но не хочет клевать. Никак она не хочет. Да, не хочет она. Но мы постараемся поймать. Так, ждем, ребята. Давай вытащим, попробуем, поменяем на 16. Сам на 16. На длину 16. И попробуем. Ой. Попробуем. Нет, попробуем поменять. Я думаю, что насадку с вами. Попробуем поменять вот хлеб с медом. Давайте попробуем. Или просто хлеб. Просто хлеб без меда. И посмотрим, что из этого получится. Закидываем. Так, все, вышли. Взяли. Закидываем. Я думаю, что вот, просто хлебушек. Вот. Еще раз напомню, поводок у нас 16 сантиметров. Да. Так. Ждем, ребята, ждем. И что же здесь? Пока не хочет, пока не хочет, ну. Еще чуть-чуть подождем. Так. Так, 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 там рыбачок вот тоже рядом со мной стоит. Ну, тоже. Походу успеха нет. Видите, удочка у него на одном месте пока тоже. Также. Ну где же наша долгожданная рыбка, я не понимаю это. Смотрите, не хочет отзываться никак. Странно, ладно. Давайте пройдем вот сюда. И попробуем закинуть вот под лопушок под этот. Что у нас тут получится? Тоже вроде так красиво. Красивое место, чистое.
Посмотрим, что из этого у нас получится с вами. Так. Так, ветра у нас нет, видите? Тишина, рыбка, оп, поклевочка, смотрите. Точнее, это не поклевочка, но кто-то шевельнул наш поплавочек. Кто-то шевельнул. Ждем. Вот там рыбачки. На той стороне тоже рыбачат. Оп, еще раз кто-то шевельнул. Ну, нехтя, нехтя, конечно. Как-то не сильно хочет. Нету жора, нету жоры. Так, попробуем. Еще чуть-чуть сейчас подождем. Ладно, ничего не получается. Ни фигульки. Так, сходим, сбегаем, сбегаем быстренько, быстренько. Встанем на мост. Вот этот мост. На мост где-нибудь посередине. Я думаю, что 100% мы что-то должны. Вот, смотрите. Лопушок. И вот сюда попробую его. Вот так вот, вот. Какой-нибудь. Во. Посмотрим, что из этого получится. У нас глубина, у нас поводка. Поводка 16 сантиметров. Но с этим мы можем чуть-чуть поиграться, конечно. Потом, оп, смотрите, кто-то шевельнул. Кто-то шевельнул наш поводок. Ну, и все на этом. И на этом все закончилось, походу. Да. Рыбалка не очень, я скажу вам, ребята. Кто-то дернет, дернет. Вот. Поплавочек и кидает. Что-то не нравится ей. Что-то не нравится. А что может быть? А что может быть, наверное? Может глубину поменять? Давайте попробуем чуть-чуть увеличить. Уменьшить. На 10 сантиков поставим. И для поводка 10 сантиметров. Чутка приподнимем. Посмотрим, что это нам даст. А нет, поменяем наживку. Поменяем наживочку. Сейчас посмотрим. Ребята, ничего. Не хочет, не хочет. Ай-яй-яй-яй. Хорошо. Сделаем 20 сантиметров. Удлиним. И также вот. Смотрите, здесь кто-то шевельнул наш поплавочек. Шевельнул. Оп, еще разочек. Еще разочек. Вот здесь как-то более. Уже два раза. Шевельнули. Так. И все на этом. Смотрите, и все на этом. Больше никто не хочет. Печалька, печалька, конечно. Хорошо. Мы попробуем поменять. Насадочку. Давайте попробуем поставить с вами. Перловка, может. Давайте попробуем на перловку, нет? На червя.
Я даже не знаю, что нам попробовать. Вот попробуем хлеб с медом. Попробуем, давайте. Мед с хлебушком. Попробуем. Опачки, смотрите, сразу поклевочка была. Какое-то движение. Поплавочка. А также. Ждем, ждем, ждем. Блин, рыбка плещется. А клевать не хочет. В чем проблема? Так. Попробуем сделать маленько поводок поменьше. Может, за глубоко. Оп. И сразу шевельнуло. Видно, какая-то мелочь. Не очень хоть. Оп, еще разочек, смотрите. Шевельнуло. Но. Да, рыбалочка у нас не очень удачная, я скажу вам. Оп. Оп. Ай-яй-яй-яй, сорвал. Сорвал чуть-чуть. Не подсек я, ребята. Не подсек я. Моя ошибка, конечно, но еще разочек. Сейчас будем ждать. Видели? Значит, у нас угадали с глубиной 16 сантиметров и наживка. Так, у нас тоже хлебушек с медом, да? Вроде как бы кто-то отозвался, но я не подсек. О, смотрите, еще раз. Еще раз кто-то шевельнул поплавочек. Кто там тут? Хочет, хочет. Ой, еще разочек, смотрите. Вот он. Ну, давай, 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 давай. Я же должен поймать. Мы сейчас наловим рыбки, продадим. И в будущем мы хотим купить себе фидерочек. И попробовать на фидер какой-нибудь, я не знаю, поучаствуем в каком-нибудь турнире. Прокачаемся. Вот. Я надеюсь, что мы наловим, конечно, здесь. Но мы в ожидании поклевки. В ожидании поклевки, конечно. Но пока тишина, ладно. Попробуем закинуть вот ближе к лопухам. Вот сюда. Что это нам даст? Давайте посмотрим, ребята. О, рыбачочек пошел тут тоже. Ищет место. Также. Так.
Опа, ребятушки, видели, да?